Всем не бага не лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы посмотрим игрушку под названием Journey of Roach. Вы хотите пустоши, хотите разрухи, атомной пыли и постапокалиптического мира. Вот он. Но здесь нам история поведает не о человечестве, которое, к сожалению, я так понял, не выжило в этой всей разрухе, а о двух маленьких тараканчиках. А, соответственно, о их путешествии в этом непонятном мире. Данную игрушку сделали уже известные нам ребята по игре Депония, всем частям, скажем так, да, Deadelic Entertainment. Эта игрушка вышла буквально недавно в Steam, вы ее прекрасно можете купить, и там она стоит примерно до 10 долларов, если не ошибаюсь. Точно, к сожалению, не помню. Итак, мы видим на экранах маленького голубоглазого тараканчика с гранатой. Ну да, зачем таракану граната? Ага, что ты нашел? Цветок. Здесь проследуется такая, знаете, из мультика Волли, про робота. Тоже цветок он нашел. Итак, титры. Deadelic Entertainment Present. Совместно с Cable Game Production. Это что за гном? Это что за A Game by Micha Geyser and Bina Wall. Продюсер. Опа, что ты наделала, птичка? Вот что ты наделала? Сейчас как бомбанет, наверное. Оп. Ух ты ж, ё-моё. Сейчас меня там накроет, походу, да? Накроет бочонком. Тин-тин-тин-тин. Как я уже сказал, игрушка очень-очень новенькая, советую всем ее посмотреть, лично поиграть, потому что она, конечно же, click and point, как и Deponia, но это уникальная в своем роде игрушка, и сейчас вы поймете почему. Вот так она выглядит немножечко тримерно, скажем так, я очень много подобных видел игрушек именно на платформе Android. Но здесь, что меня привлекло в этой игре, это мало того, что он вот так вот может ходить сам стрелочками, так еще при подходе к стене мир переворачивается. Вот это меня действительно удивило. Что это? Я могу с гусеницей... Ой, я гусеницу съел, слушай. Извини, гусеница. Помоги! Я нашел цветок! Он подувидает, и мы будем бегать, как ежики, и пузика нам будет щекотать травка. А я его буду с собой таскать, он впереди меня кормить костями, встречать закат. И ложить, засыпать, усыпать его. Так, все, 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 хватит, хватит. Замечательно. Где это? Могу я пройти? Тут вот что, неудобно, это... Можно вот так вот... пилиться во что-нибудь. Вот. Так, а что у нас здесь? Взять? Ну давай возьмем. Можно взять как-нибудь? Я не могу это взять, да? А это я рисовал его. А вот я его рисовал, это он меня, да? Нельзя взять. Только помацать. Да, точнее, только подумать о том, что надо взять его. Привет. Нужен ключ. Вот есть ключ. Я беру ключ и открываю. Та-да! Только я его закрыл, слушай. Я его что-то закрыл, да? Воу-воу, тут отходы. Откуда отходы еще? Хм. Я не могу это все взять, да? О, я тебя открыл. Все нормально. Идем. Так, мы тут утонем, да? Может, ты меня подсадишь куда-нибудь, да? Клавиатура подпрыгивать. А, мы можем... Нет, не подпрыгивать, мы можем осматривать. Но туда нельзя. А, я могу вот так вот сделать. Эй! Эй! У нас тут даже рычаг есть. Хм, что делает этот рычаг? Эй, пофиг.
Она сейчас... Пим-пим. О, блин, это ж человек. Мне надо рычаг где-то взять. Гусеница, привет, я тебя съем. Была вкусная гусеница. Тут у нас нельзя нигде пройти. А можно как-то рычаг забрать? Подожди, вот это что такое? Вот это что такое? А рычаг нельзя никак забрать? Вот я вот как бы я ему могу сломать? Не могу. Ладно, но мне надо полюбасу. Такая штучка, да? Там рыба. О, возможно, мы можем какую-то кость использовать как рычаг, которую выплюнула. Да. Вот так вот. К сожалению, но человек тоже нужен. Даже после смерти своей. Кость. Есть. Включаем. Упи! Выключили. Все. Слава яйцам. Слава тараканьим яйцам. Мы это сделали. Что такое? Смотри, небо! Мы на поверхности! Мы добрались! Это что такое? Это облысевший птенчик. О! Нам-нам-нам! Ох ты ж ёбая! Доносятся крики, ты двух сумасшедших тараканов. Птенчик думает, ну и дела. Я где-то зависаю, по всей видимости, да? Где-то... О, боже, он в паутине. Надо скорее спасаться. Так, ну нам надо как-то выбираться отсюда. Быстрее, быстрее. У нас ничего нету, да? Ничего нету. Выбираться, лампочка. Я тебя вижу! Это круто, что тебе... Ну, паук, нас сейчас ест, нас сейчас ест. Давай, давай, есть. Еще одна нога. Еще одна нога. Еще одна... Есть, есть, получилось, фу. Там за дверью паук, да? А, он в этой вентиляции паук. Мама-мама-мама-мия, я тебя спасу. Я тебя спасу, я тебя спасу. Я найду что-нибудь. Может, за дверью? Нет, за дверью ничего нет. А подожди, что вот это тут было? Метелка. Метелочка. Ну, я так и понял. Ну. Я же вроде взял палку, нет? А, дырка. Фу, блин, так бы сразу сказал, что ты молчишь? Дырка снизу, он упадет в щель. Нам надо что-то плоское. Надо что-то... Что-то плоское. Плоское что-то... А, подожди, может... Может как-то... Нет, нет, не так. Явно не так. Подожди, у нас... Есть взаимодействия какие-нибудь с чем-то. Я больше не вижу, кроме... А, подожди, мы можем ходить. Вот это вот забываю все время. Вот, мы можем же ходить. Ха. А, так я не могу пройти, да? Не дотягиваюсь. Угу. Оттуда мы упали. Тут мы не проходим. О, вантус. Вантус, точно. Эй, вантус может пригодиться. Может его завантузить? Завантузить его, а? Завантузить тебя? Блин, а я думал его, чпок так. И готовы. А может сверху я до него дотянусь? Сейчас попробуем. Сейчас просто попробуем. Я фиг его знает. Впервые прохожу эту игру, без понятия, что к чему делать. Не дотягиваюсь. Маленькая комнатка. Может, дверь можно вантузом открыть, а в двери там что-нибудь есть? Но оно нет взаимодействия. Взаимодействия нет ни с чем тут. А вот, скотч, скотч. Точнякова, точнякова. Значит, делаем вот так, сделаем вот так. Во! Та-да! Ха-ха-ха.
Он меня съест, он меня съест, я буду ужином. Сейчас бошку бам. Иди сюда. Чпок. Ай, молодец. Я мог бы упасть в дырку, но ты меня спас. Что? Что ты? Что такое? What the fuck? Упал все-таки. Упс. Ты там живой? Бум. Воу-воу-воу-воу, сверху. Ох, ё-моё. Его, короче, накрыло. Только меня теперь одно беспокоит. Паук тут же ж еще. И как мне... А только так, да? А там паук. What the fuck? Мать вашу. А? Что? Что? Мухи? Она собирает мух, не ест? А, она подумала, что я убью их мух. Ее мух. Да. Такого я еще не видел в интерпретации. Паук, который выращивает мух. Любит мух. А что же она ест тогда? Так, ну возьмем кнопку. Нельзя. А, взять ее нельзя. У нас все пропало, да. Поговорить с тобой можно? Положи всех сюда, понятно. У нас одна есть, можем положить, кстати. Ай, молодец. Так, надо всех взять. Только как их... На этот едой. Может быть, что... Что это липкое что-то? Так, вот это что-то можно взять. А, ну давай, подойдем, да. Так, тут есть самолетик. Так, может самолетик вот этому бегающему дать? Он какой-то резвый. Ладно, что у нас тут есть? Интересно. Этой иглы нету, да? Вот это что такое? Мышь. А, это понятно, это нажимать. Ага, понятно, это надо сначала зашить. Мне надо игла, мне надо игла. О, что, нитки, нитки, нитки надо. Как мне так сделать, чтобы дойти? Мне надо вот это вот вытащить отсюда, да, как-то. Что у меня есть? У меня есть самолетик. Самолетик мне не поможет. Так, хорошо. А, вон еще один сверху. Так, бери нитки. Нитки, нитками мы зашьем сетку. Так, тут у нас клей. Просто так мы наберемся просто. А, вот еще что-то. Кусок механизма. Кусочек механизма. Вот еще кусочек механизма. Их нельзя никак соединить. Нельзя. Мухи, 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 одни мухи. Так, вот тут гвоздь еще. Но я не дотягиваюсь. Блин, а как мне дотянуться до него? До этого гвоздя. Классики играли. О, вот еще деталька. Вот еще деталюшка. Ну, хватай. А вот, вот, вот так вот. Вот так вот. Картина упала. Ну я вообще... Ой, и червячок. Мы поедим. Я не знаю, это антигуманно, я не знаю, наверное, да? Есть черви... Гусениц. Точнее. Точнее, гусениц, конечно же, но... Тут мы ничего взять не можем, да? Так, посмотрим, что у нас есть. У нас есть детали, которые сами по себе как-то непонятно соединяются, не соединяются, непонятно. У нас есть гвоздь, который может быть... Нифига. Так, связали. Еще одного мы поймать, по идее, можем, наверное. Вот этого мы поймаем, когда наберем клея. Только клея мы должны набрать чем-то твердым. Сюда еды насыпем. Только что едят тараканы? Вот это вот вопрос из вопросов. А.
самолетик. Зачем самолетик? Надписи никаких нету. Зачем? Почему? Ну это понятно. Это все понятно, кстати, да. Тут спрятался, тут ничего нету. Интересно, девки пляшут. И что мне, самолетик может? Вот это как-то склеить можно, нет? Это надо склеить, я так подразумеваю, да? Что это такое вообще? Это мышка. Нет? Вот это на мышку похоже. Ну, на мышку такую маленькую, игрушечную. Вообще, это лопастя. Что это такое вообще? Такое непонятное. А это что? А, это то, что мы исследовали, да? Ролики, видеоролики, спуски, понятно. Это карта, типа. Здорово, здорово. Так, подумаем. Подумаем, поладим, поладим, подумаем. Тут мы были. Хм. Головолом, что прикольное. Ну понятно, здесь нам надо вот этого как-то спустить. Надо этого спустить, чтобы он сюда сел, мы поймали его с помощью клея. Клей как набрать? Вот как мне клей набрать? Здесь надо какая-то еда. Я не знаю. Может быть так? Я не знаю. Самолетик? Может самолетик хочешь, не? Не хочет он самолетик. Гвоздь на! Съешь гвоздь, не хочешь гвоздя. Может гвоздь сюда? Гвоздь сюда, да? Да. Так, и что это нам дало? Ну это да, это понятно. Нам как-то надо вот эту штучку еще вытащить, да? А, повесить может вот это, да? Хм. Только что нам это дает? Я не знаю. Игрушки пособирать. Нет смысла от нее теперь просто. Я не знаю туда, зачем она нужна. Хм. Тут много таких вещей, почему непонятно, зачем это нужно. То есть вот, зачем вот эта кошелочка? Без понятия, на самом деле. Зачем нужно было швейная машинка? Без понятия. Мне надо ведро или что-то подобное. Может, как-то я могу взять? Нет, я не могу взять. Мне надо клей набрать. И что это за звук генератора? А, это вентилятор так. Хитро, хитро. Я не могу вернуться назад, просто по той причине, что не могу перевернуть. Хитро. Действительно хитро. Так, ладненько. Что мы можем, что мы видим? Кошелка, которая ничем нам не поможет. Хм. Что-то со швейной машинкой надо делать. А. Ну, я не знаю. Честно говоря, я без понятия. И меня это начинает беспокоить. Что я без понятия. Нет, это не деталька, это показалось. Либо у меня чего-то не хватает, какого-то предмета, который я просто упустил, по всей видимости, либо я чего-то не понимаю. Тут дверь какая-то такая сломанная. Скажем так, давайте я положу, паузу нажму, положу, если догадаюсь, то дожму паузу, вот так вот. Так, ну полазив немножко, я не знаю, я уже, блин, все перепробовал, просто все перепробовал, что мне... Надо подумать, для чего вот эта вот швейная машинка? Она что-то сшивает? Наверняка что-то сшивает. Или что-то подобное. Зачем я еще что-то тут делал? Зачем я поставил эту сетку? Сетка, сетка, думай, сетка. Может тебя поймать как-то в эту сетку? Как тебя поймать в эту сетку, а, чувак?
Как тебя поймать вот усюк, а? Чувак, как тебя поймать? Круто было. Прикольно. Я хрен бы догадался. Блин, вообще это жестко. Ну ладно. Так. Кладем. Что? Банка? У нас есть банка кошачьего корма. Банка кошачьего корма. Но она закрыта, по всей видимости, да? Да, закрыта. Как... А, может с помощью... Дай мне ее. Может с помощью... Точно, смотрите. Офигеть. Хрен бы догадался. С помощью швейной машинки мы открываем банку с кошачьим кормом, который явно не нравится нашему маленькому тараканчику, как он пахнет. Еще ложу. А может вот этой штучкой можно вот это набрать? Нельзя. Ладненько. Идем, кладем обратно. Поулетали, смотрите, какие хитрые. Ла-ла-ла-ла. А-ла-ла-ла. Ты мне еще что-то дашь из этой коробки? О, мышь. Мышь. Вот, я не знаю, зачем мышь? Так, куда там улетела это? Но это не она. Это тут была. Забавно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Трищ. Такой. А-а-а, это же больно. Упс. Что-то мы сделали. Нифига себе, дырочку сделали. Мухой. Дырку мухой сделали. Вы видели когда-нибудь такое? Так, тут есть боксерские перчатки. Пригодятся. Вот это что тут такое? Вот это вот. О, леечка, леечка пригодится, полюбасу, полюбасу. Вот это что? Метелочка пригодится. Вот муха. Ну твою налево, ну. О, так у нас есть, подожди, у нас есть вот это. Есть. Так, вот. Интересно. Вот это. Нет, не она. Даже как не она. У нас есть вот это. Нет. Малючка. А фиг его знает, слушайте. Но оно явно должно... интересно. Не, ну положим эту. Я думаю, она нам не нужна. Пока закроем. Поищем, что у нас тут еще есть. Стиральный порошок. Стиральный порошок. А вот тут может быть что-то, да? Нет? Может этот звук типа может выманить кого-нибудь? Так, посудим логически. У нас что у нас есть? У нас есть вот это, вот это, вот это, вот это. Тебе боксерские перчатки. О! Вооруженный очень опасен. Лейка, 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 лейка. Может сюда куда-то лейку? Может порошок сюда? Буль, 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 бульбулятор, короче, сделали. Так, я не знаю, зачем. Просто так бульбышки попускать. А, кисточка, вот, точно, у нас же теперь есть кисточка. Кисточка это хорошо, мы сможем взять. Есть. Иди. Сейчас возьмем еще одну муху, цикатуху. У нас останется одна, единственная муха, которую надо бы поймать, но... Как не поймать, скажем так, а вытащить. Тихо, тихо. Не пушуй. Где она? Иди, а. Нет, подожди, иди. Она к перчаткам прилипла. Блин. Она к руке прилипла. И что мне теперь делать? Ну я же перчатки. Зачем тебе одел? Без толчты. О боги. О боги, 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 боги. Здесь я не приклеюсь. Лейка. Лейка тоже нет. Так, бульбашки. Наверняка они нужны. Бульбашки, бульбашки, бульбашки. Бульбашки аэро. Так, 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 так. Самолетик. Ну я сомневаюсь, что самолетик. О, самолетик, серьезно? Вот так вот, что ли, серьезно?
И как мне его открыть? Я не знаю. О, офигеть! Мне надо банка или что-то подобное. Может, вот это? Обалдеть! Я в шоке. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Так, к нам прилипла муха. Я не знаю, что нам теперь делать. Дай мне что-нибудь. Дай мне что-нибудь. Как мне ее отлепить от себя? Не, ну серьезно, как мне отлепить ее от себя? Ладно, подумаем логически. Из не задействовано, что у нас? Так, это мы использовали. Это мы использовали. Стиральная машинка. По идее, стиральную машинку только не использовали с таких вещей, с которыми мы что-то делали. Я не знаю. Офигеть! Мы что, сейчас разделимся на молекулярном уровне? О боже, прям как у меня стиральная машинка дома скачет, когда стирает. Та-да! Готово! Мы сделали это. Мы рассоединились. Теперь у нас две. Нас двое, точнее. Все, наконец-то мы исполнили желание этой паучихи. Как бы мы исправили то, что мы наделали, да? Все, последнего ложим. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Все. Ты довольна? Все, ты уходишь, да? Она ушла. Ну, я думаю, на этом будем мы заканчивать нашу первую серию. Она была довольно такая, знаете, насыщенная на события. Очень долго я в этой комнате был, я знаю. Ну, блин, она... Иногда, порой, вот как надо было догадаться. Я бы ни хрен бы догадался, что надо было встать здесь, чтобы муха пролетела и стала, вот, прыгнула сюда. Ну, возможно, это можно было как-то догадаться, но это же я. В любом случае, вам огромнейшее спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, подписываемся на канал, если вы все еще не с нами. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся в группу ВКонтакте и советуем канал друзьям. Мы дальше будем проходить эту замечательную игрушку. Мне она безумно понравилась. Всем вам удачи, до скорого и... Будьте апокалиптичней.